еще тарелки принесли. А принесли. Верите, нет, это Сигирия. Мы спустились и решили, что мы заслужили этот ужин. Заказали одну порцию супа. Вот такая она. На троих хватит. Заказали одну порцию риса. Это одна порция риса. А это все типа добавки просто к нему. Ну, мы в восторге. И про коктейли вообще не могу. Уже выпили авокадо, манго, банановый. Заказали еще чай. И я думаю, это не конец. Потому что, ну, во-первых, мы хорошо потрудились, поднимаясь. А во-вторых, все так вкусно. Шри-Ланка, это просто супер. Я не знаю вообще, меня изгнали из рая или все-таки вернули в рай. У меня такое ощущение, что я опять попала в рай. И завтра еще будет гора Адама. Говорят, что его с неба из рая изгнали и отправили на гору. Ну, по-видимому, я по стопам Адама пошла. Шикарно. Всем привет из Шри-Ланки.